Так, это по каким сигналам? Тут важно сигналы еще смотреть, да? По каким здесь сигналам? Блин, ну это просто он тупо покупает. Не, я его не буду запускать, потому что он просто тупо покупает. Ничего не делает, он просто тупо. Просто тупо покупает. Нет, не буду его запускать. Так, это что такое? Вот, вот это вот интересно. Он запущен? Он запущен. Наверное, у него, во-первых, нужно переименовать, что это TBT сигналы, потому что короче говоря, я просто название смотрю и не понимаю, что это. Вот, теперь будет понятно. Давай два, потому что уже один есть. Может быть, не сохранилось. Два. Так, 12, трейлинг. Ладно, хорошо, давай объем. Поставим TBT, они крутые, поэтому 30. Здесь 40 пускай. Так. Прибыль 100%. Ну, пускай так. Сейчас попробуем, кстати, по прибыли посмотреть, что у него там с прибыли. Блять, ну даже прибыль есть охуительно. Так. Это на каких сигналах он стоит? Вот это вот нужно переименовать, что это в этих сигналах стоит, и увеличить страховочные ордера. Так, сразу переименовываем. Какой, блин, почему не переименовывалось? Вот это вот интересно. 30 ставим. Даже что-то пытается. Даже пытается на какие-то препятствия при обработке, даже не могу понять. Но вроде что-то работает. Какие-то препятствия при обработке, вот это вот для меня, конечно, непонятно. Какие у него могут быть препятствия при обработке? Не знаю. Так, ладно, это что? О, нет, это он просто покупает все подряд. Нет. Ну, он плюсовой, блядь. Ну, потому что он вовремя низко зашел. Как бы поэтому он плюсовой. Так, Vital 2 работает. Он покупает, наверное, не все подряд. Нет, ну вот этот вот не все подряд покупает. Здесь, вот здесь, кстати, можно поиграться. Кстати, вот важная доходность 14,47. Ну и заебись, поиграемся. Единственное, увеличим, наверное, чтобы он сразу щитки не покупал, да, щиточечки наши не покупал. Сразу. Это гейт у нас. И чтобы он не покупал щитки. Блин, 30 рискованно, наверное. Старт, ладно, все равно 30 ставлю. А здесь ставлю 1%, 40, 0,5, блин, не, рискованно, 25, а здесь пускай будет
Не, пускай здесь будет 20, а здесь все-таки 30. Так, иначе все сожрется при малейшем. Ну, вот 30 нормально. Ну, или поднять его до 40. Ну, 40 хорошо будет, чтобы сразу четки не поставлял. Так, реинвестиции 100%. Ну, вот этот вот мне нравится, да. Наверное, на этом трикома я остановлюсь, но потому что, блядь, разбираться в других особо времени нету. Так, смотрим. Вот, что-то даже выигрывает. Ну вот. Даже что-то есть, что-то даже выигрывает. Так, давай вернемся в наши боты, посмотрим, да, в наших ботах. Тут сколько есть. DCA боты. Табличку.